всем привет! С вами Алина Микуленко, и я рада приветствовать вас на своем канале. И уже наступил 2020 год, и я хочу вас поздравить с этим. Хочу пожелать, чтобы в 2020 году сбывались все ваши мечты, все ваши цели, поставленные на этот год. Желаю, чтобы этот год был намного лучше предыдущего. Сегодня я хочу вам показать подарки, которые подарили мне мои родные и близкие. Первый и главный подарок, который я получила, это вот эти вот AirPods. Вот. Это не оригинальные AirPods. Хочу вам сегодня рассказать. Это AirPods, которые заказали с AliExpress. Они стоили вроде бы около $30. Это аналог оригинальных. В этой коробочке, собственно, лежали наушники. Вот такая вот коробочка. Там есть кнопочка такая по включению. Сами наушники. Там внутри устроен такой индикатор, то есть он показывает заряд наушников. Силиконовый чехольчик для наушников. Вот такие вот штучки для наушников, я так понимаю, их одевать, чтобы наушник удобнее сидел в ухе. Так. Зарядка для айфоновская, чтобы заряжать их. Такой вот мешочек. Сами наушники я уже попробовала, поносила, послушала у них музыку. Что я могу сказать? Звук по мне очень хороший. Я даже не включаю на среднюю громкость в наушниках, потому что очень громко они звучат. Но еще может зависеть от самого, что вы смотрите, и сам звук. Вот. На самих наушниках встроен сенсор, то есть вы, как и в оригинальных, можете ставить на паузу, переключать композиции и так далее. Все это хорошо работает. Итак, следующий подарок, который покажу, это подарок от моей одногруппницы. Вот она подарила вот такой вот подарок в таком пакетике. Здесь такой дезодорант от Oriflame. И вместе с дезодорантом такие вот духи, тоже такие же самые, только уже духи. Вот, и здесь еще лежало два киндер-сюрприза. Ну, с моей сестрой и дочерью, конечно. Вот. И следующий подарок, это от моей одноклассницы, моей подружки. Это вот такой вот коллекционный чай. Подарочная коллекция такая. Это Липтон, название французский театр. Эти стрижены, какие они вообще есть. Это такой хороший вариант для подарка, так что перейти на заметку. Также здесь был, когда я это делала. Вот такой вот крем бархатные ручки. Это тоже вот такой вот крем, бархатные ручки. Это тоже лимитированная версия, типа от Disney. Это крем для рук. Такой хороший, очень приятный запах. И также там еще были конфетки. Их тоже уже нет. И там была вот такая вот новогодняя игрушка. Вот такая вот совушка, миленькая. Я ее сразу же повесила на елочку. Такая вот милота. На этом все мои подарки закончились. А если ты хочешь сделать мне приятное и сделать мне подарок, то поставь пальчик вверх и подпишись на мой канал. Мне будет очень приятно. И все. Всех поздравляю с наступающим Рождеством. Всем пока-пока.